Рассмотрим следующий вопрос кинематики, а именно теорию относительности. Пусть нам дана неподвижная система отчета и подвижная система отчета. Неподвижную систему отчета я обозначу не штрихованными координатами, осями вернее, а подвижную систему отчета обозначу штрихованными осями. Пусть нам в пространстве, у нас в пространстве есть какое-то физическое тело, материальная точка. Положение этого тела относительно разных систем отчета, естественно, различно. То есть положение тела относительно неподвижной системы отчета пусть будет R. Положение тела относительно подвижной системы отчета пусть будет R'. Также подвижная система отчета имеет положение относительно неподвижной системы отчета, тоже его обозначу. Обозначим как радиус-вектор системы отчета. Несложно увидеть, что эти вектора связаны между собой. То есть, если к вектору RSO прибавить R', то получим вектор R. Также несложно доказать, что если материальная точка движется, даже если не движется, то изменение этих векторов тоже связано между собой таким же выражением. То есть перемещение материальной точки относительно неподвижной системы отчета равно векторной сумме перемещения материальной точки относительно подвижной системы отчета и перемещение подвижной системы отчета относительно неподвижной. Как я уже говорил ранее, изменение радиуса вектора – это есть не что иное, как перемещение. Можно так переписать. Перемещение тела относительно неподвижной системы отчета равно геометрической сумме перемещения тела относительно подвижной системы отчета и перемещение подвижной системы отчета относительно неподвижной. Классический пример сложения данных векторов, то есть сложения перемещений, это движение различных объектов по реке. Ну, например, по реке плывет плот, и по реке переплывает лодка, скорость которой перпендикулярна скорости течения. Начинают они плыть, предположим, из одного положения. То есть плот, лодка. Плот, естественно, плывет со скоростью течения реки и через некоторое время оказывается здесь. У лодки скорость перпендикулярна течению, перпендикулярна скорости течения. Соответственно, через некоторое время она оказывается вот здесь. То есть относительно плота лодка все время перемещается перпендикулярно. Вот этот данный вектор перемещения, это вектор перемещения относительно неподвижной системы отсчета. Это вектор перемещения относительно плота, то есть относительно подвижной системы отсчета. А это, собственно, вектор перемещения самой системы отсчета. То есть, если к этому вектору прибавить этот вектор, получим вот этот вектор. Разделим данное уравнение на время, каждое слагаемое.
Физическая величина, равная перемещению пройденной телом в единицу времени, есть не что иное, как средняя скорость. Ну, в принципе, и мгновенная скорость связана с таким же выражением. Данное выражение называется классический закон сложения скоростей. С течением времени скорость может меняться. Скорость тела может меняться и относительно неподвижной системы отсчета, и относительно подвижной системы отсчета. Мало того, может меняться и скорость самой системы отсчета. Несложно математически доказать, что изменение скорости связано таким же выражением. Поделим данное уравнение, каждое слагаемое, на интервал времени. Физическая величина, векторная физическая величина, равная изменению скорости в единицу времени, это у нас среднее ускорение. Но опять-таки мгновенное ускорение тоже связаны таким же выражением. В данном случае у нас получается выражение закон сложения ускорений. Если система отчета инерциальная, то есть если система отчета движущаяся равномерно и прямолинейно, называется инерциальная система отчета. Вот есть для инерциальных систем отчета данное выражение будет иметь следующий вид. То есть у инерциальных систем отчета нет ускорения, то есть нет вот этого слагаемого. Соответственно, если системы отчета инерциальные, то ускорение тела в этих системах отчета будет одним и тем же. Это принцип относительности Галилея. То есть никакими опытами невозможно обнаружить, движется система отчета или покоится, движется инерциальная система отчета или покоится, если вы находитесь внутри этой системы. Как применяется данный принцип в решении задач? Иногда, решая задачу, не то чтобы проще, а быстрее решается, иногда и в неподвижной системе отчета задачу просто решить сложно. Ну, то есть приходится при решении задач переходить в подвижные системы отчета. Ну, например, лифт. Пусть лифт движется равномерно вниз. В лифте к потолку прикреплен шарик на нити, который находится на высоте h от пола. Вопрос. Если нить обрезать, то через какое время шарик достигнет пола лифта? Если рассматривать относительно Земли, то ускорение шарика будет равно ускорению свободного падения. Ну, в случае, если сопротивление воздуха пренебречь. Так как лифт движется равномерно, то относительно лифта, то есть лифт является инерциальной системой отсчета, и относительно лифта ускорение шарика будет таким же. Начальная скорость шарика относительно лифта равна нулю, соответственно, выражение для перемещения у нас будет выглядеть вот так, то есть gt квадрат пополам. Отсюда сразу находим время. Все, задача решена. Давайте эту задачу решим относительно Земли. Запишем уравнение для движения для каждого объекта в отдельности. За начало координат возьмем пол лифта. Лифт движется равномерно. Запишем уравнение движения для лифта. Шарик, если нить обрезать, будет двигаться относительно Земли с ускорением g.
Уравнение движения для шарика будет равно ось, куда мы направим y? Куда мы направим ось y? Так. Для решения задачи нужно направление оси y выбрать. Ну, давайте отсюда. G у нас направлено вниз. Соответственно, начальная скорость шарика относительно лифта равна нулю. Относительно Земли она не равна нулю. Относительно лифта начальная скорость шарика равна v. Вектор направлен против оси. В момент, когда шарик достигнет пола лифта, координаты у них станут одинаковыми. Так, что не так? А, уравнение движения для лифта. Скорость лифта направлена вниз. Ось Y я направил наверх. То есть здесь знак тоже минус. Так. Два слагаемых взаимно уничтожается. И у нас опять получается выражение h равно gt квадрат пополам. Вот, видим, что выражение для перемещение относительно Земли, которое мы получили, и относительно лифта, оно одно и то же. В данном случае задачу мы решили во много раз быстрее, чем относительно Земли. Мало того, бывают случаи, когда задачу относительно Земли решить долго, ну и практически невозможно. Ярким примером такой задачи может быть следующее. Пусть нам дан грузовик, который движется с постоянной скоростью V. Ну, пусть будет V1. Легковой автомобиль движется за грузовиком с такой же скоростью. Расстояние между грузовиком и легковушкой пусть будет S. Вопрос задачи. С каким? Скорость легковушки пусть будет V2. Вопрос задачи. Каким должно быть минимальное ускорение легкового автомобиля, чтобы он не врезался в грузовик? V2, естественно, больше, чем V1. Иначе задача не имеет смысла. Мы можем написать выражение для перемещений грузовика и автомобиля относительно Земли, тоже уравнение, и попытаться решить. Ну, будет это долго и не очень красиво. А можем перейти в систему отчета, связанную с грузовиком. Так как грузовик движется равномерно, то есть грузовик является инерциальной системой отчета. И ускорение легкового автомобиля относительно грузовика такое же, как и относительно Земли. Запишем. Скорость автомобиля относительно грузовика начальная V2 минус V1, так как они движутся в одну сторону. Ускорение направлено против движения. Перемещение. Начальная скорость на время. Плюс, в данном случае минус, а t квадрат пополам. Два уравнения. Нам надо определить минимальное ускорение. Что значит минимальное ускорение? То есть
Когда автомобиль легковой практически достигнет грузовика, его скорость относительно грузовика становится равной нулю, а относительно земли становится равной скорости самого грузовика. То есть, если мы решаем задачу в системе отчета, связанной с грузовиком, то конечная скорость относительно грузовика у легкового автомобиля будет равна нулю, соответственно, ускорение в этом случае будет равно минимальному значению. Так, что нам известно? Нам известно V1, V2, известно S. Нам надо А минимально найти. Выразим отсюда T, исходя из того, что конечная скорость относительно грузовика равна нулю. И подставим это выражение в выражение для перемещения. Произведя математические операции, получим. Задача решена. Ну, вы скажете, возможно, что можно было эту задачу решить сразу, так как у нас есть выражение для перемещения через квадрат скоростей. Да, действительно. У нас есть два... Сейчас. У нас есть уравнение, которое описывает равноускоренное движение. Это зависимость скорости от времени. И зависимость перемещения от времени. Вот эти два уравнения, они являются основными для описания равноускоренного движения. Выразив t из первого уравнения и подставив во второе, можно получить выражение для перемещения через квадраты скоростей. Это уравнение не является основным, однако при решении задачи ЕГЭ его можно сразу писать без вывода, оно как бы уже считается основным. И это уравнение можно было при решении сразу использовать. Конечная скорость автомобиля относительно грузовика 0. Начальная скорость автомобиля относительно грузовика V2 минус V1. Ускорение автомобиля относительно грузовика со знаком минус. Получим то же самое. Вот. Если задачу решать относительно земли, то вы потратите намного больше времени, ну, если вообще ее решить. На сегодня все.